ответить? Ну, во-первых, у нас только-только все собирается. Понимаете, в чем дело? Ходить сейчас к министру и просить денег и говорить... Неординарная ситуация или что-то еще. Я тебе скажу, что, ну, не знаю, баловство должно быть. Любой вещи, даже если ты играешь Шекспира, должна какое-то баловство быть. Должно быть какая-то вот внутренняя штука, которая вдруг... Ну, например, смотри, вот удивительно, что была история, когда мне нужно было делать профессора в большой разнице. И он в конце читает, что мальчик написал там в теорему и выпрыгивает из окна. Никто не задумался, что мне нужно выпрыгнуть из окна. Даже художнику, который окно это поставил. Я подошел, спросил, говорю, а Витя, а вообще ты знаешь, что я из окна падаю? Как из окна? Говорю, да. Ой, а нам же это через час давать декорации, я не могу его разрезать. Говорю, что будем делать? А там такой выход, такой 50 на 50. Я говорю, ну я попробую туда внутрь прыгнуть, если я полу, ну вроде я туда попадаю, только положите что-то мне под окном там, там же сколько там, до 2 метров вниз надо прыгнуть. Ну они там положили мне матрас какой-то, я говорю, ну мне этого хватит. И я то-то, и выпрыгнул, не репетируя, некогда репетировать, выпрыгнул из окна, второй раз так выпрыгнул, что успел еще свои ноги увидеть. То есть у меня то, что у меня заложено было каскадерство, оно вообще, я еще помню это. Но самое потрясающее, никто не, для никого не произвело впечатление. А, ну нормально, выпрыгнул из окна, нормально. То есть, понимаешь, то, что ты 15 лет работал каскадером, что до этого сколько тренировок ты прошел, что каждое утро в 6 утра встаешь, в 7 утра ты начинаешь бегать, к 8 часам ты начинаешь, закончил бег, ты начинаешь работать, физические упражнения делать, тогда потом идешь в театр работать, потом в театре существуют трюковые спектакли, потом есть киношник. Вот это я тебе рассказал 15 лет жизни, понимаешь? Так это все... Что такое мастерство? Когда легко. Когда... Как выдох. И вот один раз помню, ситуация была, мы уходили из театра, потому что нам довели нас до того, что мы должны уйти, сказали все. Он говорит, ну все, мы вместо вас будем делать спектакль, валите нафиг, мы сделаем. И случайно, я не хотел, такое чувство, что я специально, пришли на премьеру. Мы проходили мимо, увидели, что премьера. Я, ребята, пойдем посмотрим, как они играют наш спектакль. И, ну там, как играют, это их проблема. Но я потом, когда подошел, искренне стал, говорю, молодцы, ребята, поздравляю с премьерой и так далее. Но самое смешное, они говорят, а тяжело вам приходилось там. Я говорю, да. Вот что такое мастерство. Когда не видно, что тяжело, кажется легко. Понимаешь, в чем дело? И поэтому, когда легко, никого не вызывает, ну, выпрыгнул Андренко из окна, это нормально, что.